Добрый день, мои дорогие любители вязания. Сегодня у нас с вами вот такой узор. Да, и вот кофта, которую нам предлагают связать с этого узора. Но не только эта кофта. Я думаю, замечательно будет смотреться и платье, и жакет. Все, что вы сможете себе представить, этот узор, я думаю, подойдет. Смотрится. Мне понравился. Поэтому я сейчас свяжу его, разберем. Сама кофта, выкройка, схема, все будет в группах, в одной, во второй. Вы всегда сможете туда обратиться, кому понравилась сама идея и сама кофта, и воспользоваться. Я буду вязать с другой немножко ниточки, чуть потоньше. А это у нас с вами как пример. Раппорт составляет 16 петель. Мы с вами сейчас наберем на 2 раппорта. То есть первая воздушная петля и 16, то есть 32 воздушных петли мы набираем цепочку. 32 воздушных петли у меня есть. Я вяжу одну петлю подъема и во все воздушные петли цепочки провязываем столбик без накида. Заходим в каждую петлю и до конца ряда. Обвязали мы с вами цепочку, поворачиваем на изнаночную сторону, и я вяжу 4 воздушных петли, 1, 2, 3, 4, накид. Через один столбик на цепочке или на нижнем ряду мы с вами провязываем столбик с одним накидом. Одна воздушная петля через столбик, столбик с одним накидом. Так до конца ряда. Мы с вами связали очередной ряд. Вот у нас столбики с одним накидом. Повернули вязание. И теперь я вяжу 3 воздушных петли. 1, 2, 3. И столбик без накида под первую арочку. 7 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 петель есть. И мы теперь, смотрите, считаем 1, 2, 3. 3 окошка и 1, 2, 3. Вот в четвертый столбик я провязываю столбик с одним накидом. 5 петель. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. И в этот же столбик еще один столбик. 7 петель. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7. Мы считаем с вами 1, 2, 3 под четвертую арочку. Мы с вами вяжем столбик без накида. 1, 2, 3 в следующую арку столбик. 7 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Накид. Считаем, вот у нас 1, 2, 3, 4, в четвертый столбик. Столбик с одним накидом. 5 петель. И еще один столбик. Есть. И теперь 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. Считаем. 1, 2, 3. Вот в четвертой мы провязали столбик без накида. Накид. И в саму третью петлю подъема мы провязываем столбик с одним накидом. У нас как бы здесь образовывается вот такая петелька. Повернули вязание. Вот что у нас с вами получилось. То есть мы уже с вами разбили два наших раппорта. Теперь я вяжу 1, 2, 3, 4. Накид. И вот, как я говорила, вот в эту петельку, которую мы с вами только что связали, вяжем 2 столбика. Один столбик и второй столбик с одним накидом. 3,
воздушных петли накид, и вот в эту арку провязываем 3 столбика с одним накидом, второй, третий, 3 воздушных петли накид и еще 3 столбика в эту арку. Далее 3 петли, 1, 2, 3 накид. И вот у нас с вами еще одна маленькая арочка. В нее мы с вами вяжем 2 столбика. Три петли, накид и еще 2 столбика. Все, как бы раппорт окончен, мы с вами переходим на следующую петлю. Так до конца ряда. Когда мы с вами оканчиваем наш ряд, опять-таки 7 петель. Так, и у нас вот здесь, вы помните, была своеобразная петелька. Накид. С вами вяжем сюда. О, нет. И так вот мы, к примеру, оканчиваем наш ряд. 3 петли, накид. И вот здесь вы помните, что мы вязали как бы арочку из 3 петель. Вот в нее мы с вами зашли, провязали столбик 1, столбик 2, 1 воздушная петля и 3 столбик. То есть вот эти вот начало и конец, они у нас как бы похожи. То есть так край, допустим, если мы вяжем с вами полотно, там переднее или заднее полотно, да, нашей кофты, то есть вот это вот у нас с вами получается серединка, если мы его вот сюда вот присоединим, да, то есть будет уже виден узор. Это этот момент. И точно так же вот это край, этот нужно учесть, когда мы рассчитываем с вами кофту, потому что впереди у нас есть с вами разрез, и когда мы по-моему, здесь нет. Вот здесь вот у нас разрез. Да, но в принципе они ведь у нас повторяются. Вот в этих местах у нас идет разрез. И тогда мы с вами не довязываем для того, чтобы потом обвязать и поставить пуговицы. Итак, повернули с вами вязание и продолжаем. Теперь мы вот в эту арочку мы вяжем еще как бы вот такую, как в нижнем ряду, арку. 1, 2. 3, я захожу и сюда провязываю столбик без накида. 1, 2, 3, 4. Накид. И вот в эту арку мы с вами провязываем столбики с одним накидом. Этих столбиков у нас должно быть 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И я вот здесь сказала 4, на самом деле здесь 5 петель мы с вами вяжем. 1, 2, 3, 4, 5. И вот у нас опять-таки арочка. Но мы в нее зашли, провязали столбик без накида. 3 воздушных петли и следующий столбик без накида. То есть это опять как бы арка для следующих вот этих таких веров. 1, 2, 3, 4, 5 накид и 7 столбиков. И ряд мы заканчиваем с вами аркой из 3 воздушных петель. Арку провязали, и вот у нас наша арочка со столбиками. 5 петель, и мы с вами провязали столбик без накида. А накид, и как бы в третью петлю продъема я провязываю еще столбик с одним накидом. Итак, мы с вами повернули ряд, и теперь вот в эту петельку, которая образовалась, мы с вами вяжем 1, 2, 3, 4 накид и 2 столбика. Один столбик и второй столбик с накидом. Вот у нас с вами здесь 7 столбиков. 2 воздушных петли, накид. И мы теперь заходим с вами в каждый столбик нижнего ряда. Воздушная петля. И в следующий столбик. То есть мы заходим во все столбики. Их у нас 7. И
воздушные петли между каждым из столбиков. Вот что у нас с вами получается. Один, два, три, четыре, пять, вот шестой и седьмой. Есть две воздушных петли, накид, и вот у нас с вами здесь арочка из трех петель. Мы в нее вяжем один столбик, второй столбик. Три воздушных петли накид и еще два столбика. Ну, как бы раппорт окончен, да? Теперь две воздушных петли накид и опять столбики через воздушную петлю. Оканчиваем мы с вами ряд. Две воздушных петли, два столбика, воздушная петля и столбик. То есть точно так же, как и начинали. Повернули вязание. И теперь я вяжу 3 воздушных петли и под арку провязываю столбик без накида. То есть как бы следующую такую петельку для следующих столбиков. 3 воздушных петли, накид, и мы заходим вот в первую арку. И здесь провязываем вот такой вот столбик из накидов. 3, 4, 5 накидов и провязали. 1 воздушная петля накид. Эту пропустили столбик. В арочку провязали 1 столбик. В сам столбик провязали 2. 3 столбик в арку. 4 столбик в сам столбик. 5 в арочку. 6 в сам столбик. И 7 в арочку. Видите, у нас остался последняя вот арочка. Я провязываю 1 воздушную петлю, накид, и опять делаю вот этот такой пышный столбик из накидов. Это 2, 3, 4 и 5. В этом варианте я делала 4, здесь 5, эта ниточка чуть потоньше. Вот что у нас с вами получилось. Теперь 3 воздушных петли. И опять-таки под арку столбик без накида. 3 петли. И опять-таки столбик без накида. То есть опять сформировали арочку для вот таких следующих столбиков. 3 воздушных петли. Не помню уже, 3, наверное, не помню. Накид и опять вот сюда пышный столбик. Так и провязываем до конца. Оканчиваем мы с вами край, 3 петли, и вот сюда мы провязываем с вами столбик без накида, и в третью петлю подъема мы провязываем столбик с одним накидом. Повернули вязание. 4 воздушных петли, накид, и вот в эту петельку образовавшуюся мы провязываем 2 столбика. 1 и 2. Две воздушных петли, накид, и вот помните, у нас здесь была 1 воздушная петля. Мы вот в нее опять-таки вяжем вот такой пышный столбик из вытянутых петель и провязали. 1 воздушная петля, накид. Теперь провязываем вот один столбик, пропускаем, провязываем столбики 1, 2, 3, 4 и 5. Было 7, стало 5. 1 воздушная петля, накид. И вот в пространстве, видите, у нас пышный столбик и обычный. Мы опять вытягиваем с вами петли.
и вяжем такой столбик. 3 воздушных петли, накид, а вот здесь у нас опять маленькая петелька, и в нее опять вяжем столбик 1, столбик 2, три воздушных петли, накид и опять 2 столбика. Далее идет повторение. 3 петли и вот пышный столбик. Итак, вот окончили мы ряд с вами столбиками. Так, и вот вы видите, что у нас с вами вырисовывается. Повернули вязание. Далее можно перейти вот сюда столбиком без накида и провязать 1, 2, 3, 4, накид. И можно под арку, но вообще-то в схеме показано, что мы как бы с вами заходим в сам столбик. Вот один столбик и во второй. 2 воздушных петли, накид. И вот в эту арочку мы провязываем с вами вот такой вот вытянутый столбик из вытянутых петель. Опять-таки 1 воздушная петля, накид. Здесь у нас 5, но мы теперь делаем 3 столбика. 1, 2 и 3. 1 воздушная петля. Опять вытягиваем с вами петли и делаем пышный столбик. А здесь, видите, уже как вырисовывается у нас такой вот ананасик. И 3 воздушных петли, накид. И вот в эту арочку вяжем 5 столбиков. 1, 2, вот 3. 4 и 5. 3 воздушных петли и опять пышные столбики. Завершили мы с вами столбиками, как и начинали. Повернули вязание. И теперь я вяжу 4 воздушных, 3, 4 петли, накид, и я вяжу вот в столбик. Столбик, еще одна воздушная петля, и в следующий тоже столбик с одним накидом. То есть мы с вами как бы разбили столбики, разъединив их воздушными петлями. Теперь 2 воздушных петли, накид, и вот у нас осталось с вами 3, поэтому в пространство между столбиками мы с вами делаем вот такой наборной столбик из накидов. 1 воздушная петля, накид, и из 3 делаем 1 столбик. Так, 1 воздушная петля и опять вот накид, и делаем наш вот этот пышный столбик. Да, вот видите, у нас что с вами получилось. 2 воздушных петли, накид, и вот здесь у нас с вами 5 столбиков, и мы в каждой из них делаем столбики, между ними 1 воздушную петлю. 1 воздушная петля, столбик. 4 и вот 5. Да, 5 столбиков есть. Сейчас посмотрим, вот что у нас с вами получилось. Теперь 2 воздушных петли, накид, и опять вот пышные столбики. И так до конца ряда. Завершаем мы тоже с вами столбики и между ними по 1 воздушной петле. И в последний столбик. Вот таким образом, или даже я неправильно сделала, правильнее будет сделать вот в арку. Вот таким образом мы с вами сделали еще один ряд. Повернули. 3 воздушных петли и вот в эту арочку столбик. 3 воздушных петли, столбик без накида. Вот теперь у нас, видите, с вами 2
пышных и 1 центральный столбик с одним накидом. Вяжем 3 петли, 1, 2, 3, накид, и вот в это пространство столбик из вытянутых петель, так, 1 воздушная петля и в следующую арочку столбик. Вот у нас что получилось. А сюда мы с вами вяжем 1, 2, 3 под арку. 1, 2, 3 под следующую арку. 3 петли. 1, 2, 3 и под арочку. Вот у нас с вами 1, 2, 3. Получилось 3 арки. 3 воздушных петли накид, и мы опять-таки с вами вяжем вот сюда пышные столбики из вытянутых накидов. Вот что у нас с вами получилось. Повернули вязание, и теперь можно соединительным столбиком перейти как бы вот в эту арочку и связать 1, 2, 3 и под арку столбик. И вот здесь у нас остался сюда провязать 1 пышный столбик. Мы вяжем 5 петель, 1, 2, 3, 4, 5, накид, и вот центральный пышный столбик провязали. 1, 2, 3, 4, 5. И перешли на арки. Теперь у нас будет 2 арки. 1, 2, 3. Следующая арочка. И 1, 2, 3. Следующая. Все, дальше 3 петли. Накид и столбик. Так, мы с вами вот высоту закончили вязать наш раппорт. Теперь следующий ряд у нас будет похож на первый ряд нижнего ряда. То есть вот у нас, как вы видите, мы с вами сейчас вот в этом точке закончили, да, и вот дальше теперь начнем формировать для следующего нашего ананаса. Что мы должны сделать? Я сейчас провяжу как бы начальный ряд, а мы вяжем с вами 1, 2, 3 и под арку столбик. Далее мы с вами вяжем 7 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Накид. Вершину нашего этого вот столбика мы провязываем. 1 столбик. 5 петель. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. И следующий столбик. 7 петель. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7. И вот мы под одну арочку 3 воздушных петли, под вторую арочку, да, вот эту маленькую арочку, это большая, 7 петель, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, накид, и вот сюда 2 столбика, между которыми по 5 воздушных петель. Вот это начало следующего раппорта. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вот мы с вами сюда зашли столбик, накид и в третью петлю как бы подъема. Все, вот видите, у нас образовалось начало следующего раппорта. Вот такой узор. Мне даже кажется, он с более тонких ниток смотрится получше, чем с этих. Эта нитка потолще. Вот, пожалуйста, что у нас с вами вышло. На мой взгляд, очень даже неплохо. Несмотря на то, что не люблю ананасы, но это не совсем как бы ананас.
На этом моменте хочу с вами попрощаться, пожелать вам творческих успехов. Понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И до скорых встреч!